отважные жители Стейтен-Айленда, мы благодарим вас за участие в этом революционном эксперименте. Вы первые. Через неделю вы войдете в историю. Участие в программе – это вклад в будущее всей нации. Американцы, участвуйте в судной ночи. Эксперимент начнется по сигналу сирены. С этой минуты все преступления станут легальными на следующие 12 часов. Аварийные службы будут недоступны. К использованию допускается оружие класса 4 и ниже. Остальное оружие запрещено. Вы можете судить в одиночку или с друзьями, по поводу или без. Вы сможете рассчитаться с заклятым врагом или выплеснуть накопившуюся агрессию. Если вы поддерживаете нашу идею, но не хотите участвовать, оставьте у вашего дома что-нибудь в знак поддержки. Например, букет голубых цветков баптизии, как символ перерождения. СМИ и органы власти будут внимательно наблюдать за ходом эксперимента. Если вы желаете сохранить анонимность, рекомендуем воспользоваться костюмом или маской. Помните, что вы – истинные патриоты. Благослови Бог всех участников судной ночи! И да хранит он Соединенные Штаты Америки, возрожденную нацию!